Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня у нас на обзоре зернотука, травяная сеялка, работающая по стерне. Идем смотреть ближе. Агрегат довольно массивный по сравнению с собратьями амичками. Впереди имеет крепление для зацепа к трактору, колесо. Дальше мы видим пружинные стойки, стрельчатые лапы, к которым подведены семипроводы. Массивные прикатывающие катки, дисковые. Также есть баронка. И планка. Гидроцилиндр. Сеялка достаточно надежная. Производство Казахсельмаш, 90-й год. Бункер без дыр, абсолютно целый. Семипроводы тоже на месте все. Отличная мощная сеялка, которая способна работать в достаточно сложных условиях. Поэтому, друзья, кому необходима проверенная техника, обращайтесь к нам, приезжайте, мы вам все покажем, расскажем, доставим до вашего хозяйства. Как вы знаете, наличный, безналичный расчет у нас присутствует. Обязательно найдем общий язык, и вы останетесь довольны своим приобретением. На этом у меня все. До новых встреч!